Городской общественный совет проверил ремонт дорог в Красноперекопском районе. Повод – многочисленное обращение ярославцев. Водителей не устраивает работа московской компании-подрядчика. Мнения проверяющих между тем разделились. Дарья Крот их выслушала. Улица Наумова – одна из 12 дорог, которые в Ярославле ремонтирует компания «Экоград». Именно сюда с проверкой отправляется общественный совет. Претензии к подрядчику возникают сразу. На месте работ нет ни контракта, ни проекта. Вы скрываете техдокументацию, уже все лето, ничего не видно. Мы считаем, что это непорядок большой. Проверка – результат многочисленных обращений ярославцев. Претензии к ремонту возникли у водителей. Работа московской компании вызвала шквал критики в интернет-сообществах. Водители крайне негативно относятся к тому, что она делает. Конкретно по этой улице были проблемы с тем, что проводилась укладка в дождь. В луже подрядчика обязали переделать. Нарушения за московским подрядчиком замечены не впервые. Он уже переделал 3 участка дороги по предписанию технадзора. Бывает, без ошибок то работает. Ничего страшного. Мы к окончанию своего контракта покажем, что можно все сделать, и можно качественно сделать, и можно красиво сделать. Нужно только время подождать. На улице Гудованцева работает та же компания. Здесь общественники решили проверить толщину асфальта. Для этого вооружились линейками. 10,5. Результат удовлетворительный. Как оказалось, асфальт уложен вполне качественно. Однако главная претензия касается сроков. Тут мнения проверяющих разделились. Мы же не в Сочи живем, где лето практически круглый год. Давайте реально смотреть на вещи. Тех дней, когда можно будет выполнять работы, осталось... Мое мнение, недели 2. Нужно понимать, что для того, чтобы сделать качественно, нужно качественно положить асфальт на дороге. Нужны условия для выполнения этих работ. Те дни солнечные, которые были у нас в этом году, он ее использовал, я считаю, что в полном объеме. Сейчас ни одна из 12 улиц еще не сдана, однако 8 на завершающей стадии. Согласно контракту, срок окончания работ 20 октября. Погода столько времени не даст, поэтому закончить ремонт подрядчик обещает уже в этом месяце. Дарья Крот, Сергей Чекмарев, новости города.